Привет всем! Сегодня обзор из магазина Fix Price, который находится по адресу город Ульяновск, проспект Академика Филатова, 12А. Набор для специй с двумя ложками. Сделаны из фаянса. Ложек тоже из фаянса. Качество хорошее. Три дизайна на выбор. Продаются в подарочной коробке. Производитель Китай. Цена 199. Бульонница с ручками. Я нашла 4 варианта. Объем 600 миллилитров. Состав фаянс. Цена 99. Пополнение в отделе кружек. Объем 480 миллилитров, сделано из керамики, 77 рублей. Есть и в черном цвете, кружки глянцевые. Еще новенькая кружка, объем 450 миллилитров, состав фаянс. 77 рублей. Два цвета на выбор. Стакан для напитков. Объем 480 миллилитров. Состав полипропилен и пробка. 149 рублей. Кружка с трубочкой, цвет в ассортименте, объем 520 миллилитров, состав стекло, жесть, полипропилен и силикон. От горячей воды цвет кружки меняется. Качество мне не понравилось, цена 99. Салатник. Сделан из опалового стекла. 970 миллилитров, 149 рублей. Привезли новые губки для посуды, и они ароматизированные. Например, эта упаковка с ароматом ананаса. 5 губок в упаковке. Размер губки 9 на 6 на 3 сантиметра. Цена 55. Есть с ароматом лаванды. Есть и антибактериальные губки. 7 штук в упаковке. Цена 55. Декоративный ящик. Сделан из фанеры. Очень красиво смотрится. Можно поставить или повесить. Новенькие кошельки по 199. Давайте посмотрим внутри. Есть отделение для карточек. Для мелочи на замочке. В наличии 2 цвета. Расческа для волос. 149 рублей.
Расческа со стразами. Цена тоже 149. Секатор садовый. Выглядит неплохо. Лезвие из прочной стали. ₽199. Набор мешков. Размер 60 на 100 сантиметров. В упаковке 3 мешка. Выдерживает до 25 килограмм. Цена 99. Кормушка для птиц. Цена 199. Объем 2 литра. Есть схема сборки. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам большое за внимание. Буду рада подпискам и лайкам. Всем пока-пока.